Мишка Фредди представляет. Пять ночей у Фредди. СВБС против России. Так, все на месте. Все на месте. Молодцы. Вот так вот этим аниматроникам. Хорошо, что мы захватили у них страну. Но осталось захватить только Россию. Москву мы уже захватили. Осталось теперь захватить Россию и весь мир, и тогда мы будем свободны. И знаете, что я еще приготовила для вас? Смотрите. Трансформация! Робот! Ничего себе! Это что тут у тебя? Это робот, который я все тут размажу прям всех на один удар. Я всех роботом всех размажу, как в прошлый раз. Я еще слышала, что может скоро прийти сюда аниматор Голден Фредди какой-то со своими друзьями, и они хотят уничтожить наше государство, да? Но мы этого не позволим разрушить наше государство. СВБС. СВБС это означает... Это... Как это? А, да, точно. Соединенные враги Бравл Старса. Вот так вот означает СВБС. Вот как? А мы этого не знали. Знай это, мороженчик. Мы давно создали свое государство. Кстати, так не соединились ко мне это... кланы Шляп, ACP, Бравл Старс, которого мы создали... И сиреноголовый. Мать Мегафон, вы уже позвали своих друзей? Вот как? А как вы их вообще зовете? Вот таким вот громким криком вы зовете своих друзей? Пипец как громко. Я чуть не оглохла. Ну что ж, пора ждать этих друзей. Ждем. Спустя час. Все готово. А что ты сделала, Мэг? Это я сделала крепость, которой мы должны защищаться от монстров. А, вон оно что. Так тоже годится. Еще один часик спустя. Да чё не так долго? А где мой робот-то? Кто спёт? Пацаны, вы не видели, где мой робот? Мы не знаем. Я понял. Это, наверное, припёрлись эти. Ну-ка. Да, точно. Это аниматор Голден Фредди. Привет, а ты кто? Ты что, не забыл? Нет, ты кто вообще? Я тебя не знаю. Ты не знаешь, что... Как меня зовут? Мое имя Мэг. Какой Эд? Мэг. Ты что, дурак? Мэг, балбес. А где Картун Кэт? Какой Картун Кэт? Где? Кто-кто? Пацаны, просыпайтесь, это они припёрлись. А это кто? Отличная работа. Что, вы думали, что вы тот самый умный, да? Ничего себе, какой он сильный, да? Но наше государство должно победить. Стой, давайте по одному. Что-то как-то нечестно. Нам все равно. Ну что, пацаны? По одному давайте. Бой! Репутация. О-о. Давай так, ты убьешь их, если ты споешь со мной в Red Battle.
Да? Споешь, Мэг? Я еще не знаю всякие песни. Я вообще в первый раз. Эй, ты что достаешь меня? Эй! Так, ты думаешь, что это просто игрушки, Лол, да? Ага, так, а это что такое? М? Ничего. Отдай сюда. Нет. А, помогите. Я слышу голос. Это аниматроники твои. Тихо. Ну и что ты запускаешь? Какое приложение? И что это за песня? Песня Флиппи. Давай, ты тут, я тут. Давай, вставай сюда. Ну попробуем. Сюда. Посмотрим, как ты заговоришься. Тебе нравится бросать вызов великим богам. Твоя дорога в лучшую жизнь обрывается здесь. Я понял. Понятно, это Фанта и Найт Фонкин. О, отдай! Говно. Я понял. Ты собираешься меня убить, так? Ну и что? Как ты можешь быть так хорош в этом? Клянусь, если ты проиграешь, тебя ждет та же участь, что и тех идиотов сзади. Да, я могу снять кофту, да? Заткнись! Что? Я еще как заткнуть, а? Что это? Это Фанта и Найт Фанкин там? Да, угадал. Ты угадал, это Фанта и Найт Фанкин. Я все равно заставлю тебя умереть. Шерич ударит током, утопить все равно. Было бы лучше подготовить тебя. Потому что на этот раз я не пожалею тебя. Мы посмотрим, как ты заговоришься. Я тебе не буду жить, пропустишь, но ну, это тебе крышка. А вот не будет крышка, мудровой дружочек. Thank you.
И это все? Довольно. Видеть тебя мертвым – это единственный способ удовлетворить себя в достатке. Другие даже не знают, как реагировать, когда я собираюсь их убить. Жалко. Что ты можешь сделать? Мне было приятно видеть, как вы оба страдаете. Я поставил фингал твоей подружке. Может, это сделает тебя храбрее? Ты не можешь ничего достичь, карлик. Неудачник. Все, ну все, медведь. Да, это... Ну все, ты мне надоел уже. Смотри, сколько ты нот уже пропустил. Вот не проп... А? Ах ты ж кот! А, блин, это что? Да, давай, Мэг, ты сможешь. Никогда не пропущу ноты. Слава СВБС! Ты уже никакой. Государство не должно погибнуть. Слава СВБС! Слава СВБС! Потому что все... Да, ты бы прошел бы на такой бы скорости. И это все? Наверное, да. Я готова тебя убить? Объясняй мне. Я стал... Ах ты ж вон! О, смотри, как ты проигрываешь. А вот не проигрываю. Смотри, как быстро тут стрелки идут. Все равно я пройду, я ж читерша. И это все? Наверное, да. А, что случилось? Что, что случилось? Ты проиграл. А? Кто вы такие? А? Что здесь произошло? А, только не снова. Я опять сошел с ума. Снова. Он... А? Кто вы? Умри. Враги. А вот не ключим. Конечно. Давай начнем. Кто начнет? Все больше не могу этого больше терпеть. Но. Че, снова это? А, только не говорите, что снова будет. Вот очки наши. Я ж впереди тебя, мудровой дружок.
А лошара, ты без ноги, без руки. Я буду стрелять. Стрелять тебя буду я. И это все? Фух, блин. Кстати, хочешь со мной сыграть в песню «Геноцид»? Ладно? Ты же сказал, что уже покончено все. Подожди-ка. Ну все, хватит. С меня этого хватит. Время вас убивать. Сразу на них нападайте. Это снова Пета! А ты че не атакуешь нас? Атаковай! Да! Атакуй нас! Чё? Шлили достаточно. Только год ещё жив. Всё. Всё, мы теперь на свободе уже! Пора дальше атаковать эту Россию. Какие же вы крутые пацаны. Так жалко, что этот Колди, этот сломал мою руку. Время вас убивать уже. Все, у вас осталось теперь последнее слово. Сдохнуть или жить? Жить. Жить? Это неправда. Ла-ла-ла-ла, все, я всех тут разбомбила. И аниматора Голдена Фредди еще разбомбила. И всех аниматроников. И этого вначале, видите, он лежит без сознания. Не поняла? Без остановки летит до сих пор на мели наши все корабли, но ждем вечный ретит. Берегись, экипаж не закашли. Тут обитает срыв башни, высокий этаж, тут жутко капец. Историй конец, но все-таки крутится велосипед наш. Знаем, где нулячий, где нулевой, где холостый, где пулевой. Как ты видел этот дверь, да? Ага. Шикарно, да? Ты еще жив? Я же убила тебя. Сложи меч и вложу, тут ты хочешь жить, да? Это дело нагрузки на тело тебе пригодятся в два раза. На улицах без заморочек, оболочка без головы. У робота мало процентов осталось. Работа робота начинается. А только попробуй! Попробуй, гад! Нет! А ты меня захватила? Да, да, вместе с тобой умрем! Пока, лошара, гол! Что? Да.
Все закончилось плохой концовкой.